В преддверии летних каникул Центр содействия занятости и профориентации молодежи начал работу по трудоустройству несовершеннолетних. На сегодняшний день в центр обратилось около 1500 школьников. Временные рабочие места подросткам от 14 до 18 лет предлагают в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и медицины. Для того, чтобы устроиться на работу, несовершеннолетним необходимо предоставить копию паспорта, ИНН, страховое свидетельство, медицинскую справку и документы из учебного заведения. Обратиться по поводу трудоустройства и получить подробную консультацию можно, обратившись по адресу улица Марата, дом 21. Это очень важно, что помимо того, что ребята работают, это имеет еще определенный воспитательный эффект, вот как мы сейчас поговорили, да, ребята, которые занимаются, например, уборкой территории, они, ну, как говорят сотрудники, они уж как-то внимательнее и бережнее относятся к здесь, ну, к городу, что называется, уже не мусорят, уже понимают, что, чего это стоит. А такая форма досуга, как летняя занятость, она, конечно, очень важна. Помимо того, что ребята привлекают к труду, они еще имеют возможность заработать деньги, почувствовать, что такое вообще труд, как не просто заработать свои первые деньги.